А в области Абай, между тем, продолжаются работы по восстановлению уникального соснового бора, пострадавшего в прошлом году от сильного пожара. На этот раз близ села Жиланды Бесхарагайского района было высажено почти 60 тысяч саженцев сосны. Напомню, работы ведутся в рамках республиканского экологического проекта. Территория женосемейского лесхоза заметно преобразилась. Принять участие в посадке деревьев изъявили желание более 1000 человек. Саженцы они высадили на 12 гектарах лесных угодий. В Бесхарагайском районе продолжаются акции «Чистый Казахстан» и «Зеленая зона». Такие мероприятия будут проходить на постоянной основе. Сажаем сосну и иву. Они будут украшать наши просторы, населенные пункты. Ежегодно мы будем проводить посадку деревьев. Таким образом, я думаю, мы сформируем в обществе новую культуру. Всего в этом году на территории государственного природного резервата семьи Ормане планируется посадить более 28 миллионов деревьев. Работы проведут в два этапа. Этой весной будет охвачено более 5000 гектаров земли, осенью около 1000 гектаров. Рады такой акции, когда проводят, есть такие активисты, которые изъявляют желанием высадить сосновый бор, помочь восстановлению соснового бора. 8500 саженцев сосны обыкновенной будет высаживаться в этом году. Лесники утверждают, очень эффективно высаживать рассаду вручную, нежели с помощью техники. Приживаемость почти 90%, поэтому такие массовые акции – большая помощь. Молодежь и трудовые коллективы так вносят свой вклад в восстановление уникального соснового леса. И работы по обновлению лесного фонда продолжатся до конца 2025 года. Всего планируется посадить 119 миллионов сосен. Нурсулу Аубакирова, Динара Ербокызы, Жибек Жылы, область Абай.